Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий. Мы сейчас продолжаем немножечко играть в Stay Out, ну или как, Stalker Online. Мы в той серии с тобой сходили в деревню Белых, на сектантов немножечко поработали. В этой серии дойдем до санатория, посмотрим, что за санаторий там такой. Я не был там, ребят, ни разу. Вот, хотя бы глянем одним глазком, что такое за санаторий, что там делать, что куда. Надеюсь, сейчас будет день, не знаю, не заходил в игру. Да, слава богу, 7 часов утра, ребят. 7 часов утра, и у нас с тобой день. Все, выдвигаемся тогда мы с тобой к санаторию, я думаю. Пойдем. Вот, сходим к санаторию. Что-то бежит, какает патронами, пацан. Понятно. Чем это связано? Так, что-то все стоят, что-то боятся, не знаю, возможно, не знаю, как проходить. Мы с тобой знаем. Пойдем, кстати говоря, сюда зайдем к этим пацанам. Может, задание, как тебе обычно, так, ага. Не, задание. Задания никакие не дают. Ладно, пойдем в санаторий дойдем. Посмотрим, что это такое. С чем его едят. Есть там NPC-шники. Есть ли там... Ну, вообще что-то там есть ли смысл делать. Идут, да, ребят, первый раз. Дойдем до туда, если будет время. Мы с тобой... Стой, кабанчик. Стоять, блядь. Стоять, боец. Думаешь, я тебя пустам, что ли, найду? Я выслеживал не такие цели. Кабанчики здесь есть, смотри-ка. Молодой кабаниус. Надо бы немножко отремонтировать. Сало. Ну, я с надеждой того, что сало будет, ребят. Сала пока нет. Я думаю, идти смысла по дороге особо нету. Наверное, лучше где-нибудь правее, левее. Ну, потому что травка может какая-нибудь расти. Здесь зачем-то знак дорожный стоит, что дорога изгибается. Для кого этот знак? Непонятно. А я вообще, кстати говоря, еще и не туда пошел, ребят. Мне надо было по правой стороне. Не туда вообще надо. Я не туда пошел. Непонятно, локации, знаете, какие-то вот здесь вот в этом районе какие-то пустоватые, ребят. Как-то пустовато. Бежим к санаторию, кстати говоря, прямо туда и там санаторий. Пустоват, ну, то есть, не... ну да, аномалии какие-то есть немножко. Кабанчики есть. Какой-то здесь есть дом. Да, кабанчик можно пострелять. Здесь больно много аномалий у этих кабанчиков. Не очень-то хорошо. Что здесь за дом? Давай глянем. Есть, наверное, какой-нибудь персонаж у нас появляется, да? Да, наверное. Какой-нибудь персонаж появляется, и его можно с ним... наверное, это какой-нибудь торговец странствующий, он где-то здесь должен появляться. Один, по-моему, появляется у него, у одного здесь, это место вот здесь где-то. А в другое время... А, то ли вот здесь-то он сверху появляется, то ли здесь, в деревне. Хрен разберешь. Вон этот санаторий. Да, тут кабанчики есть. Кабанчиков, кстати говоря, здесь немало, я смотрю. Только здесь вот проблема с... едой-водой. Водой.
едой, водой здесь проблема. Где бы водички пополнить? У нас по водичке уже скоро просадочки начнутся. Так, санаторий. Как раз получается где-то край, да? Здесь есть вообще живые-то? Я понял. А, кстати говоря, мне их надо поубивать по заданию. По заданию, знаете, какому? Ночной страж, да, там. Вообще в Любичах? Понятно. Пассажиры, я понял, здесь какие у вас. Обитают. Не знаю, что-то можно в этом санатории найти. А, здесь, по-моему, знаете что, ребят? Здесь их отстреливают. Здесь, по-моему... Долго он его убивает. А, здесь, по-моему, нычки есть. Кстати говоря, вот сюда можно залезть, ребят. Сюда вот. Допустим, с тобой тебя преследуют? Нет, и пофиксили? Да ладно, пофиксили, что ли? Не, не пофиксили. Вот сюда, короче, можешь залезть, если тебя эти будут преследовать, сюда просто можешь залезть и все. А смысл этой санатории это какой вообще? Ну, типа санаторий, да, и... И какой смысл этого санатория? Ну, типа мужиков можно пофармить. Ладно, хорошо, соглашусь. Да, действительно, мужиков можно пофармить. А еще? Нитки нашли. Нитки. Свинец нитки. Крупная шайба. Наверное, тоже хорошо. Прям, слушай, активно настреливают. Активно мужиков. То ли их здесь фармят. То ли я даже не знаю, ребят, что предположить. Ну, их явно фармят, да. Группировка идет. Пойдем сходим в здание. Здания какие-то, знаете, пустые. Не знаю, как-то расстроен немножко в этой локации. Возможно, сюда кто-то задание дает, типа... Деревни Белые, может, сюда задание дают. Кто там? Они их обыскивают? Да. Они их обыскивают и стреляют. Ну, санаторий как бы, а чё? Красивое озеро. Можно? Может купаться. Ну, где чудо? Всю обойму практически потратил. Вообще, на самом деле, они убиваются с 3-4 патронов в голову. Зато сейчас задание выполним, еще четверых сейчас кокнем сразу, чтобы потом нам не это
можешь будет бежать. И можно будет, ребят, бежать назад. Вот все. Я говорю, они буквально убивают с 3-4 выстрелов. Блять, вы заебали. Знаете, в чем минус этих, блядь, пиздюков вообще всех? Ну, я имею в виду NPC-шников здесь. Они заходят как-то сбоку. То есть они не вперед тебя бегут, да, и атакуют перед тобой. Они как-то именно сбоку. Либо слева пытаются атаковать, либо справа. Это какой-то дебилизм. Лоскут ткани, не знаю, для какого-то крафта нужны, но чтобы мне крафтить что-то, мне надо... Очень много чего, ребят. Успеем, нет. Да дохни ты. Видали? Это, ребят, без прицела. То есть, если это без прицела стрелять, то он вот так вот классно стрелять. То есть, стрелять. То есть, лучше стрелять, если ты стреляешь, лучше, конечно, с прицелом стрелять. Пока берем просто все. Лучше, конечно, ребят, стрелять с прицелом. Потому что так них... Это вообще даже по всем. Я даже вот собак, когда фармил, без прицела собак убиваешь там с 8 патронов. Кое-как попадаешь. А с прицелом с одной пульки прям в голову. Но прицеливаться, конечно, здесь трудно. То есть я как понял, в санатории отдыхают посетители. Вот. Которые потом... Потом, который потом не знает что, не знает, что придумать, сказать. Уж кажется, здесь посетители, я понял. Ебать, все прям за мной, слушай. Давай попробуем хитрость маленькую. Иди сюда. Применили маленькую хитрость, ребят. О, бля. О, ребят. Вот так вот. Вот так вот, блять, в санатории можно... Вот так вот в санатории можно фармить, ребят. Только вы никому не говорите, ребят. Да, блядь, да отъебись ты от... Господи, у него типа... Он это, осмотр начал, я начал осмотр. Сколько я здесь нафармил? Да хрена. Вот так вот можно фармить. Только никому не говорите. Хотя знающие сталкеры знают про этот способ. А вот. Не знаю, разработчики могут эту фигню пофиксить на самом деле. Хотя навряд. Они баги к ней могут пофиксить. Ха! А еще это будет фиксить, конечно. Не, конечно, будет хреново, если ты там окажешься, и при этом у тебя закончатся, допустим, патроны. Вот это будет хреново. Патронов нет, все, считай, жопа. Да, блядь, отстань. Пассажиры, пассажиры. Пассажиры, пассажиры. Пассажиры. Видишь? Голову буквально с двух пулек, ребят. Голову буквально, ребят, с двух пулек. А, конечно, потел много. Подбирает. Непонятно, то он подбирает, то анимация у него багает. Ну. Он когда, короче говоря, в стенку проваливается, ну, моб, он почему-то его не может нормально залутать.
чё? Как-то вы, блядь, достаёте, слышите? Пиздюки. Иди отсюда! Ну, обратно, блядь, акробат. Ну-ка, стойте! Хорош. Так. Нам бы, на самом деле, надо бы из этого места съёбываться потихонечку. Тут скажут, а чё, классный фарм. Классный фарм, можно стоять и фармить. Да. Можно. Но осторожно. Я не знаю, что из них ценного может на самом деле выпасть. Не знаю вообще, то есть, есть ли вообще смысл какой-то их фармить. Скуты всякие. Ладно, ребят, я понял, что здесь за место. Возвращаемся с тобой. Уходим, наверное, на большую дорогу. И возвращаемся к гурману, наверное. Да. Пойдемте здесь зараз посмотрим. Кабанчики вон есть. Ночью сюда может приходить их фармить, если они вдруг нужны. Фармиться они, в принципе, легко. Даем парочку кабанчиков, попает, полутаем. Ебать тут аномалии, короче. Тут одна, блядь, большая аномалия. Полтора часа здесь пиздец будет. Здесь вроде бы, да, есть кабанчики, да, вроде бы людей не особо много. Может, там кабанчиков пофармить. Вот, можешь кабанчиков попробовать пофармить. Ну, во-первых, далеко, конечно, от гурмана. Уж больно далеко. Допустим, вот сюда в леса ходить проще. Вот, но... Пойдем с тобой. Мы, знаешь, что сейчас пойдем? Кто скажет, блин, у тебя же там задание про Бермудский треугольник. Да-да-да, я вспомнил. Да, я вспомнил, ребят. Сейчас пойдем задание по Бермудскому треугольнику делать. Кабанчики, это хорошо. Сальцы, конечно, тоже нехорошо, но нам надо... Копыта тоже замечательно. Санаторий прикольная вещь, да, то есть, в принципе, там можно забагаюзить, как бы, да, и... Ну, это не багаюзишь, о, стал. 6 тысяч, сало это 6 тысяч. Можно, в принципе, взять и... А чё пацаны, кстати говоря, туда бегают? Туда что-то кто-то... Что-то там происходит, да туда тоже сходить, на самом деле. Я, на самом деле-то, я уже говорил, да, я, в принципе, локации не изучал здесь. Вот, я первый раз вот до санатория за свою жизнь дошел. Вот, посмотрел хотя бы, что здесь происходит. Ладно, знаете, сейчас на Михаила Потапыча не наткнуться. А то я как-то на него, ребят, наткнулся, я помню. И сюда. Соберем хрюндельку. Ну а что, блин, хрюнделька это мясо, ребят, это деньги. Сразу 30 килограмм у нас веса. Ладно, знаете на кого? На пауканов не наткнулся. Вот это будет, ребят, противно. Не люблю здесь пауканов. Да я вообще здесь на самом деле никаких мобов не люблю, потому что у них анимация по-говняному сделана. И они иногда так бегают, ну перемещаются так это. Ну кто играет, знает. Так противно. О, так, мы сейчас пойдем туда. G11, G12, да, там надо? G11,
G11. Ага, следует заброшенный дом на границе, который G11 и G12. Ну, это нам надо сначала туда дойти до перекрестка, выйти на схрон, пройти туда, я понял. Если по лесу, конечно, пробежать, можно дровишек, наверное, собирать. Где-то, наверное, здесь трава растет. Какая-нибудь ромашка. Еще что-то. Что обычно люди собирают. А потом продают. Особенно такие новички, как я. Бабки-то надо на всем поднимать. Утрой, да, лес пустой. Ни травы, ничего. Ни животных тебе. О, кто-то что-то стреляет, давай глянем. Кто что стреляет? Кабанов мочит, понятно. Здесь мочит кабанов. Кабаны — это хорошо, кабаны — это замечательно. Да, вон там кабанчики. Здесь, интересно, аномалий много? Я просто знаю место, где аномалий на самом деле очень мало, и там удобно фармить кабанов. Здесь может быть конкуренция, ребят, высокая. В плане кабанов. Ну, в смысле, не в плане кабанов, а в смысле... Ну да, в плане того, что кабанов здесь мало. А вот там еще кабанчик стоит. Ладно, нам надо сворачивать туда, короче. Мы уже дошли до края болота. А это что за место такое? Там что-нибудь есть или кто-нибудь? Или это просто развязка? Наверное, просто развязка, да? Говорят, какие-то чуваки есть. Ладно, пойдем, короче, нам туда надо. Нам туда, потом туда. Давайте попробуем выполнить это задание. А, здесь же куча аномалий, точно я вспомнил. Давайте зараз проверим схрон. Может, на схроне что-то есть. Мой первый схрон, так сказать, на той серии нашли. Я его, наверное, уже подобрали, я не один такой. Я как понимаю, схрон появляется все время на одном и том же месте. И... О, того. Пижма. Это бабки. Пижма, пижма, пижма. Я ж не один такой дурак, да, то, что я его отметил. Да. Люди тоже бегают. Там кабанчик. Люди тоже бегают, тоже отмечают, как бы, схроны, не схроны. Потом прибегают и забирают. Тоже не дурачки. Правда, я не понимаю смысл. Ну, в склонах же, в принципе, толком ничего нет. Ну, паучки. Вышли практически до этого. Да и Марёка. Оптимус там. Эти есть. Этот паучок поджирает. Сейчас, по-моему, пацан отъедет. Нет, не отъедет. Не буду. Хотел кабанчика забрать, не буду. А вот этого кабанчика придется забрать. Он сагрессировал на нас, мы его забрали. Так. А, мне, наверное, здесь надо все поскидывать, да, я думаю. Потому что если я сдохну, будет жалко терять этот мусор весь, который я здесь собрал. Ну как жалко?
совсем прям жалко, но все равно там тыщенка, тут тыщенка. Так состояние делается, да? Сейчас будем загадки разгадывать. На самом деле бы надо, знаете, чем заняться. Ну, надо бы, ну и не надо бы. Вот, знаете, просто побегать по локации, посмотреть, где что, где какие растения растут. То есть поискать их, поотмечать на карте, где какие там животные обитают. Что-нибудь такое, знаешь. Заниматься именно изучением местности. Гильзы, хренильзы, мясо тоже все сюда, сало потом заберем. Это нельзя выкинуть, но оно не выпадает. Пижма. Скуты, шайбы, нитки. Давай спички тоже здесь скинем. Ну, в принципе, и все. Так, как нам идти-то? А. Нам до грязного... Грязный Юрий. Нам до грязного Юрия. Здесь, по-моему, мы не пройдем толком. Здесь, по-моему, аномалия. По-моему, надо где-то слева входить. По-моему, какая-то жуткая аномалия, какая-то стена аномалии. И мы толком здесь не пройдем. Можешь, конечно, побегать, поизучать. Опять же говорю, если кто-то не играет, не знает, эта игра вообще не торопливая, то есть здесь не получится прокачаться, да, там, за день, за два, за три. Люди здесь тратят месяца, чтобы прокачаться. Чтобы нафармить на пушку, просто годы тратят. Тратят просто годы, ребят. У меня акусик появился только благодаря добрым людям, которые мне дали денежек. Потому что я помню, этот человек дал 700 тысяч, по-моему, говорит, купи себе акусик. Вот, я купил себе акусик. А потом другой человек мне дал и просто... О, артефакт, экран, а? Можно забрать, у меня есть детектор. Но... Так, ну-ка. Сможем что-то забрать, нет? Четверка. Двойка. Стрелочка. На млоках надо нажимать. Еще на этих, на стрелочках. А, что у меня там, на что там стоит? Девятка. 145, ни хрена себе, да? Я подцепил радиацию, великолепно. Достали артефакт, ребят. Ну, экран А. Он говняный. А, на 23 часа. Через 23 часа заряд у нее иссякнет. Шанс выронить предмет в случае смерти персонажа 30%. Он дает защиту от электричества. Инфракрасное, биологическое. Ага, он на все обучение накладывает. Экран А. А кому-то ведь он нужен по... Он ведь, по-моему, кому-то нужен по заданию именно экран А. Слушай, они вот в этой ли? А... Экран А. Подожди, к Сизиф? Нет, не ему нужен. Давайте вернемся. Не Сизифу ли нужен экран А этот? Батарейки бы надо купить, что ли? Или надо вообще, знаете, что я думаю, новый прототип купить? Новый прототип. То есть это не прототип, а, в общем, детектор артефакта. Это прототип, он разряжается быстро. Жрет батарейку очень много. Вот. Кстати говоря, некоторые люди, которые играют в эту игру, ну, некоторые, не знают то, что можно детектор кинуть на быстрый слот, вот как у меня сейчас на девятке, и его просто на девятку вот нажимаешь, его достаешь. Вот, некоторые не знают об этом. Хотя люди вроде опытные. Ну, встречал таких.
слышал, так сказать, о таких людях, которые не знают, что его можно кинуть на панель быстрого доступа и активировать. Пойдем посмотрим у этого Сизифа. По-моему, что-то ему там нужен, то ли экран А, то ли залупа Б, я не помню. Ну и с чем сейчас до ученых дойдем, да продадим. А где он? Мы сейчас еще до ученых дойдем. Сизиф, тебе что надо? Экран А? Экранов альфа. С тебя пара этих артефактов, с меня денежка. Я тут постоянно... А, два экрана ему. Один собрал. Ну, не знаю, ребят. Давайте продадим, я думаю. Я просто сейчас этим заниматься. Это, знаете, это такая вещь, которой надо сразу заниматься, потому что он иссякает. Я не знаю, он возьмет ли не стопроцентный. Ебануть что-то. А, я не знаю, возьмет он не стопроцентный, потому что он кончается. У него уже 99. То есть он на сутки. Через сутки он крякнется. Плюс он мне дает радиацию. Я думаю, мы с тобой сейчас сходим до ученых. Нам как раз там рядом. И, наверное, сбагрим его ученым. Вот. Вот такие здесь артефактики. Здесь, по-моему, можно, я не знаю, можно сделать такой в контейнер, наверное. Я не знаю, просто неопытный сталкер. Можно ли... Можно ли его положить в контейнер, чтобы он, короче говоря, давал только положительный эффект, а отрицательного не давал? Вот таких вот артефактов, как, ой, в таких аномалиях, как я понимаю, его надо искать. Не знаю, сколько дадут за него. Мне кажется, тысячи, ну, 2-3 дадут. Такой артефакт. Мне кажется, за более крутыми. За более крутыми артефактами, мне кажется, надо идти в этот. Как его называют-то? На другую локацию, ребят. На другую локацию. Так. Давайте сделаем точку сохранения. Чё? Салам алейкум тебе сделаю. Ага, понятно. Так. Не, подожди, бегать мы пока не будем. Пацаны вообще голые, вот этот пацан вообще голый. Он же что-то здесь задание какое-то выполнял. Я в таком виде, которым вот он. Я, блядь, бегал, собачек стрелял. А он тут уже бегает. Не знаю, то ли опытный сталкер, то ли... То ли потерянный человек. Ну, есть подозрение, что это опытный сталкер. Пойдем отдадим, потому что артефакт А еще искать, я не знаю. Во-первых, надо детектор нормально, во-вторых, у меня этот детектор сейчас разрядится, и я не знаю, что делать с ним. Опять заряжать, опять нужны эти. Ой, пиздюк. Умер. Печалька. Дохни. Красава. Собираю. Великолепно. Свинец, хвост мутировавшей крысы и древесина. А потому что нехуй было покашить. Деньги, показывай товар. За сколько возьмешь? 5000. Нормально. Пускай. Ну, на халяву, по сути. Свинец тоже отдадим. На халяву, ребят, 5000 заработаем. Вот. И хвост тоже можно нахуй отдать. Насчет кича, насчет этого. Долг болотника. Любые 30 тысяч типа его устроить. Можно, конечно, свои 30 тысяч отдать. Может, я говорю, туда зайти. Насчет этого задания у нас тоже есть, ребят.
Двигатель «Серые пауки». Добыть лапу пауков, обитающих в лаборатории, расположенной к северо-востоку угла Л. Это вот это вот. Ну, пойдемте. А как туда зайти? Ну, пойдемте попробуем лапу паука добыть. Хотя я уверен, что мы сейчас ни хера сам. Мы сейчас здесь пиздюля сейчас получим просто и выйдем. Благо, у меня все скинуто. Ух, ебать. Так, паучиху замочили. Я понял. Я здесь не один. Фармлю. Здесь общее, как бы, данж. Сейчас я зайду, пауки меня окружат. И будет пизда. Да, наверное, лучше сюда мне пока не соваться. Ох, блядь. Это что сейчас было? Это кто-то где-то фармит. Очень узкое пространство, я не знаю, зачем здесь пауков насували. Чувак там сидит, короче говоря, пауков фармит. Я понял. Ладно, пускай фармит. У нас сегодня с тобой дерево. Да это домики, домики, треугольник. Мы на сектантов работаем. Мы в интересах сектантов, ребят, работаем. Много чего можешь, конечно, поделать. Туда сходить, сюда сходить. Блин, можно насчет этого отдать кичу-бичу. Наемки, вот твои 30 тысяч. Но он нам отдаст 15. Ну, это, что он нам даст? Он нам даст 15 тысяч, да? Он нам даст 15 тысяч. И... долги болотника. Любые 30 тысяч. Он нам даст 15 тысяч. Ну, давай, хер с ним. Мы 15, вот тебе 30 тысяч. У меня твои честно заработанные 8 штук. В смысле, погоди-ка. Эй, ты бдительный. Забирай свои 15, ибо и больше ко мне не приходи. В смысле, блядь? Есть работа. Слушай, я видел, чего? Этот поп задолжал 50 тысяч, теперь прячется где-то по деревням. Искать мне его резону нет, но вот ты вполне мог бы побегать. А если вдруг найдешь... Стряси с него бабки, иду и обратно. Добудешь себе 50, 25, я отдам тебе. Блять, опять меня наебывает. Меня наебали на 15 тысяч только что. Это просто ради, знаете, выполнения квеста, ребят. Бандиты увеличены, барыги уменьшены, торговцы уменьшены, сталкеры уменьшены на 200 аж. Наемники увеличены. Теперь болотник меньше хочет со мной сотрудничать. Теперь кич расположен больше, расположен больше, расположен больше. Потрачено, получено. Я знаю, про кого он говорит, про какого попа. Знаете, про какого? А, вот про этого. Поп. Вот про этого попа, который здесь живет. 50 тысяч. То есть, если... Мы, опять же, если с ним... Я это сделал просто чисто, чтобы задание отдать. Сизов может встретить квадрат недалеко от вокзала. Так, от чего? Сизов покупает артефакты. Сизову можно встретить в квадрате С6-1 недалеко от вокзала. С6-1, это что это за С6? Он же вот здесь. О, или это типа в Любичах С6-1? Вот здесь он типа ходит. А, все странно, ладно. Мы же Сизи чей-то там же встретили. Ладно, хрен с ним. Убегаем с тобой на поиски чертов треугольник, мы уже всю серию бегаем. Ничего мы еще с тобой не сделали. Ничего мы с тобой не нашли, хибарку никакую не нашли. Джи там, а... Нам туды. Есть какая-то ПВП ебаная зона, да, через час. То есть меня могут грохнуть.
Великолепно. Всегда об этом мечтал. Так. Журнал. Таинственный треугольник. Исследовать таинственный треугольник, который звучит псин. Так, найти и исследовать дом на болоте. Пси-энергия отчетливо ощущается в этом месте. Словно легкий ветерок, едва уловимый и почти неосязаемый, зовет вас на северо-восток в сторону болот. Северо-восток в сторону болот. Ну я, да, говорю, если вот этот дом основной, то значит вот туда вот, наверное, вот туда. В сторону болот. Вон туда, наверное, к той сарайке. Или что там, домик какой-то. Вот сюда, наверное. Что здесь такое? Вот здесь, наверное, да, где-нибудь? А, нет. Подожди, к северо-востоку. Северо-восток. Туда, подождите. А насколько треугольник большой? Потому что если большой намного, то может быть и куда-то в квадрат. Туда. Найдите и следуйте. А, дом на болоте? Нихуя, извините. Может это вообще вот туда может быть? То есть вот сюда вот куда-нибудь? Здесь есть дом? Нет, здесь, по-моему, дом на болотах нету. А может дом на болоте, знаешь, куда? Может вот сюда вообще вниз? Вот сюда вот. Куда-нибудь. А тогда куда потом? Это же треугольник. А, он может быть вот так сюда. На северо-восток. То есть мы, в принципе, правильно идем. Мы, в принципе, идем правильно. Ох уж эти блядские задания. Стоит пацан, что-то в луп смотрит. Найти дом. Найти и исследовать дом на болоте. Ой, пиздец. Аномалии пошли, ребят. Сейчас сдохнем где-нибудь от аномалии от какой-нибудь. Так, это здесь пацаны эти. Может быть на северо-восток, может вот сюда. Может туда. Просто понять очерки. Что интересное задание такое. Простенькое. Ебать. Вот так я на санках. На санках, только без санок скатился. Болото. Просто я пытаюсь логически думать. Если от той точки на северо-восток. Ну, смотри, здесь нигде домиков нету. Да? Да. Там домов нигде нету. На северо-восток. Если брать с учетом того, что мы взяли задание вот здесь вот. Вот здесь мы взяли. На северо-восток. Это может где-то быть вот здесь вот. Может быть где-то чуть-чуть за ним. Я не видел там дома, правда. Просто не понять, как вот так. А потом где-нибудь соединяется. Типа где-нибудь вот здесь вот в деревне может соединяется. Может в доме. Может вообще вот здесь на болоте. Энергетика. Дом на болоте. Все три кургана вместе образуют треугольник. Кургана. А вот это вот, в случае не кургана вот здесь вот. Еще не тот вот курган,
Вот там вот, который... Ну, дом на болоте, может быть, имеется в виду, где татарин сидит. Дом на болоте, дом на болоте. Может быть, где-то какие-то остатки дома. Было бы, конечно, лучше, на самом деле. Более правильно, знаете. Как правильно понять на северо-востоке? Я понимаю, что на север это туда и направо как бы. Опять же, мы должны найти... У нас должен получиться некий треугольник вроде как. Давай подумаем, что здесь. Я, в принципе, больше и не знаю, куда идти. Я здесь вроде больше домов на болоте и не видел. Так, здесь испарения появились вонючие. Ах, блядь. Ебать, это что? А, это аномалия. Я думал, здесь что-то прыгает. Дом на болоте, пожалуйста, вот здесь дома на болоте. Да, это дом на болоте. Это запад, чуть-чуть. Этот запах тянется с юго-запада. Если вот так сказать, с юго-запада, со стороны захоронения химических отходов. С юго-запада, блядь, захоронение. Да ладно, я даже представляю, где это, да, видимо. Найди исследовать кладбище химических отходов. Знаете, где оно? Вот здесь вот охуенный треугольник, ребят. Вот здесь вот основная точка, да, была, вот здесь вот снизу. Потом вот так вот идет. А знаете, где захоронение химических отходов? Оно вот здесь, ребят. Химический отстойник. Это, видимо, вот сюда вот. То есть вот такой вот треугольник. То есть не просто вот здесь, да, где-то в районе треугольник. То есть, а он вот такой и пиздец. И туда надо, в химический отстойник бежать. Ай, нам надо бежать в химический отстойник. Как же это отстойно. Ну что, побежали, нам сразу здесь делать нехуя. Все равно, если фармить я что-то буду, я буду фармить где-то. Либо кванов пойду фармить, либо в Любище пойду собак пофармлю. Вот. Надо нам эти-то. Сайгу-то мне надо покупать. Сайга сама себя, ребят, не купит. Да. Вот такие здесь побегушки. Интересно, что он нам даст за это? Просто тупо репутацию? Ну, так как квест делается долго, ну, хотя бы 1010 должен дать. Как я думаю. Ну, есть вероятность, что нам проведут по губам просто, и все. И скажут, ну, типа, ну, ты все, теперь наш друг. На тебе 100 репутации у нас, у сектантов. И ты теперь наш кореш. Нам все равно надо 2D пополнить. У нас вода закончилась. Нам надо будет жратвой что-то сделать, если у нас там вроде консервы есть. Как нам вот так? Вот, нам надо будет консервы там, это, жратву. Нам с водой главное. Вода почему-то не в каждом поселении есть. А. Очень странно. Не знаю, для чего это разработчики сделали. Сдохни, тварь. Вот так. 15 патронов на тебя ушло. Обычно у тебя уходит 10 патронов. А то и поменьше. Сайги вообще, если сайги, кстати говоря, буду стрелять, то... Сайги уходит намного меньше. Сайги, если попасть грамотно, один патрон. То есть дробью стреляешь... Один патрон сайги и все. И чувак, ну чувак, в смысле кабан, чувак. Чувак-кабан отлетает с одного патрона.
Конечно, нам надо магазин к нему на 10 патронов покупать. Конечно, это такой, знаешь, геморрой. Что я смотрю, много пацанов, вот этих новичков, с фонарями бегает. Энди. Новички типа с фонарями. А фонари есть в комплектах донатовских. То есть это, видимо, ребят, которые решили задонатить в игру, там 300 рублей начальных. Вот, они все с фонарями бегают, я, кстати, заметил. Ой, не туда. Давай это все перенесем, у скуты, пижму, это все туда, к этому. Надеюсь, нас никто не трахнет. А если трахнет, то будет плохо. А, свечки, подорожник, давай туда все унесем, лапки это оставим. Тоже лапки пускай будут здесь. Да, железа, лапы это пускай. Эти тоже верлёковские пускай. Спички тоже пускай пока здесь лежат. Противоядие. Надеюсь, нас не трахнут, пока мы бежим. И не потеряем свои драгоценные банки. Драгоценные банки и шайбы, которые я напихал по карманам. Лублу овца. Лублу овца. Один. Очень грамотный ник у чувака. Сразу видно, профессионал. Да, чувак голый, короче, сразу сюда бежит. То есть это, видимо, эти. Это твины. О, пацаны стоят. Максим броня. Максим. Стоят, мясо жарят. Проголодались пацаны, захотели перекусить, мясца пожарить. А чё плохого? Серия длиннющая, ребят, да, в час выйдет. Просто побегушки, ребят, представляете, целый. А тут больше делать, в принципе, так особо не. Либо фармить, либо побегушки. То есть здесь нет такого, что уникальные какие-то сюжетные квесты, там, переплети, там, и так далее. Нет, здесь просто вот так вот. Здесь все просто, ребят, без лишней болтовни. Так, у нас что, мясо, это хорошо. Ноги это мы отдадим, продадим. Свечки мы сложим, куда-нибудь, когда-нибудь пригодятся. Пока ничего, в принципе, я из металлолома, я, в принципе, ничего, ребят, не продаю. Потому что, может, где-то что-то когда-нибудь пригодится. Да и, на самом деле, когда начинаешь пробивать на аукционе информацию по данным предметам, там смотришь, там 1000, 1500. То есть, прям, ну, не особо так дорого стоит, чтобы прям сразу продавать. Да, можно оставить потом. Потом когда-нибудь... Потом когда-нибудь можешь что-нибудь продать. Если там денежек не хватает. Вот. То, что наемники, конечно, меня там развели. Я, кстати говоря, искал информацию по этому болотнику. Короче говоря, чтобы у него задание взять. Чтобы у него задание, ребят, взять. Надо дружить с этими, с бандитами. Чтобы задание брать. А так как я с бандитами, ребят, не дружу. Мне задания не дают. Вот, и, как видите, я из своего кармана выложил бабки. А вот здесь поп, на которого тоже нам задание дали. Ну, как бы дали, мы его как бы и не брали. Вот. Мы особо его и не брали. 50 тысяч можно было поднять. Ну, точнее, 25 тысяч бы нам бы... Если мы бы с него еще и бабки-то стрясли. Хотя можно взять это задание. Уж не знаю. Ну, 25 тысяч. Но я репутацию испорчу со сталкерами по-любому. Он же батюшка-то либо к одиночкам относится, либо к сталкерам. И я отношения с ними испорчу. А оно мне надо. Пойдем водички хлебнем. Ой, тут лагает, надо отключать. Отключаем игроков некоторых. Пьем водичку. Все у водопоя. Пьем водичку, фляжку.
Нет, подожди, фляжку, ты чё? Брать ёмкость. Состояние у нее 95%. Она изнашивается? Охренеть. Все изнашивается, даже фляжки. Я в шоке, ребят. Я в шоке. Гурман, на тебе, ляхи. Ты задолбался. Шестьсот, это за сколько? За 90, за 22 подорожник. Сало он берет, да, но по конской цене 5000. А не, вру, наврал. 5000, че несу, какие 5000? Сейчас бегаем до отстойника, попробуем. Сейчас все говно сюда скинем. Все, что я коплю, ребят, не по сильным трудом. Конечно, часть потом я продам. Часть выкину. Не, выкинуть я ничего не буду, я все просто продам. Не, почему? Лоскуты ткань нужны, свечки тоже по-любому куда-то нужны. Нитки тоже по-любому. Да бутылки тоже можно куда-нибудь это... Куда-нибудь пригодятся. Пойдем до этого сходим. Происходит. Что за беспредел? Охренеть, да? Вот лагает игра. Когда вот включаешь, чтобы всех было видно. Это проблема, ребят, не в моем компьютере. Это проблема оптимизейшн игры. Да, ребят, оптимизейшн игры здесь такой себе. Ну, вроде как, уже игра перешла на новый там что-то движок. Вот, на новый движок. Что-то он там с этим, с кабаном его пиздит. Альфарий. Игрушка пришла на новый движок, но пока так как я играю на евро, здесь пока еще ничего не перешло на новый движок. Вот. Когда-нибудь перейдет, здесь игра до сих пор поддерживает, прикиньте, 32-битную систему, ребят. То есть для Windows XP еще игра под Windows XP. Из-за этого лагает. Ну, во-первых, потому что оптимизация говно, да еще и игра не потребляет больше 4 гигабайт оперативки. Она просто не может потребить больше. О. Тут играет в прятки с кем-то. Тот с кем-то в прятки играет. Что они делают? У них типа дуэль или что? 100 IQ и ник. А. Великолепно. Типа пацаны прикалываются. Химический отстойник. Блять. Химический отстойник. Он нам нужен-то. Но какой именно квадрат-то? Вот химический отстойник. Найти след кладбища химических отстойников. Но это химический отстойник, да? Кладбища нет. Пойдем подбежим от кладбища. Что еще-то надо? Немножко свинок побьем. Так. Ну, и где мне тут это? Туда к главному входу или куда, блядь, мне надо подходить? Вот же, кладбище, химический отстойник, ну. Странно тоже, здесь кабаны необлученные. Кабан же это такая... Это такая зараза, которая везде лазит. Это же кладбище? Или не то кладбище? Да нет, то, наверное. Навряд ли нам надо сюда куда-то вверх идти. О, сало. Сало — это хорошо, сало — это вкусно. Давай, покажи мне, что я нашел. Нет, игра мне пока не хочет говорить, что я что-то нашел. Говорит, что мне надо куда-то там внутрь зайти, типа. Ну вот же, химический отстойник. Исследуй кладбище химических отходов, ну.
Чем вам не кладбище, блядь, химических этих? Или нам туда надо, может, на тот кладбище, не на это? Ой, блядь. Главное, когда пауки, блядь, нападают, главное не растеряться, ребят. Блядь. Главное не растеряться, главное все четенько. Главное все четенько делать. Может, вот этот химический отстой, ну, именно вот сюда имеется в виду? Вот это кладбище же. Кладбище. Сталь. Ебаная аномалия. Ну вот, вот это вот. Или куда? Или я вообще не туда пришел. Давай залази, блядь. Застрял. Замечательно, блядь, застал в баге, ребят. А, не, нормально все. Че от меня игра-то хочет? Я нашел химический отстой. Это химический отстойник. Боеприпас. Забираем. Химический отстойник, химический отстойник. Там. Найди и исследовать кладбище химических отходов. Кладбище химическое, получается треугольник. Вот, получается, здесь тут, потом туда. Может быть, он имеет в виду куда-нибудь, блядь, куда-нибудь вот сюда, я не знаю. Здесь что у нас? Вот здесь что сверху? В случае, это не кладбище химических отходов, вот это вот, вот здесь вот сверху, это что? Может, надо туда, но это, я бы не сказал, что кладбище. Здесь же прям по-русски написано, типа... Химический отстойник. Ну, то есть, значит, кладбище химических этих. Логично. По-моему, ребят, логичнее некуда. По-моему, самое логичное, что может быть, да? Я хуй знаю. У меня такое ощущение, как меня наебали. Дома какие-то пустые. Боеприпасы. О, вот это заберем. Это заберем. Это тоже все заберем, насрать. Все позабираем. Я не удивлюсь, если я пойду гуглить, и окажется то, что это не то кладбище химического отстойника. Хотя это и есть кладбище, ребят, химического отстойника. Какие-то ебаные гонщики у меня там. Вот, кладбище. Чем тебе не кладбище? Давай попробуем сверху зайти. Я уже устал. Я уже хочу серию закончить. Бездумно просто бегаю. Я бабки не зарабатываю, ребят. Понимаете, пока я вот так бегаю, я ничего не зарабатываю. Но треугольник получается, если так провести, как бы. Вот он, чем вам не кладбище? Вот кладбище химических... Чем вам не кладбище, блядь? Игре не нравится. Я пытаюсь найти то место. Этот запах тянется с юго-запада со стороны захоронения химических отходов. А, подожди-ка.
То есть, когда мы там стояли в деревне, нам сказали, что с юго-запада. С юго-запада. А, слышим его здесь вот где-нибудь. К-14-4. Юго-запад. Да, и получается тоже треугольник, ребят. Или нет? Нет, треугольник какой-то хуёво получается, потому что... А, да, получается вот как раз вот так вот и... С юго-запада. А я попёрся, блядь, на... просто на запад. А там написано было с юго-запада. Это, наверное, вот здесь вот, ребят. Я ошибся, короче. Ну, хули, это я. Ну, было интересно, да? Тут, наверное, кто знает, как выполняется это задание, наверное, такой, да, блядь, дебил, не туда пошел. Бывает. Не туда пошел, не туда, не там. Ничего, я за кадром, короче, схожу. Короче, за кадром схожу и сделаю. Просто надо внимательно читать. С юга за... А вот здесь, блядь, задание написано. Найдите, следовать кладбище химических отходов. Нет, бы написали, на юго-западе. Я бы хотя бы понял то, что от последней точки на юго-запад надо. Я бы додумался, то что, ага, я вот здесь, значит, отсюда, ага, надо на юго-запад. Я бы как бы догадался, я бы дошел. Ну, игра-то меня наебала. Так, надо это отдать. Жареные маски белика, специи, соль, шкурный интерес. У меня про шкуры есть, мне только бурого рыжего медведя надо, да, даже друж... Но это, блин, только потом, понятно. Взрослого кабана там можно поубивать тоже по заданию. Да, неправильно я пошел. Эх, дебил. Но все равно я бы сюда хотел идти, потому что... Мне надо было сюда и скинуть ресурсы. И то, и сё. Вот здесь, кстати, медведь где-то бродит справа. Ебать, лагает игра, конечно. А в некоторых местах, так сказать. Ебать, пацаны костры жгут по кругу. Это мясо жарят просто. Прожарку делают. Так, что у нас там? Колени, суставы есть. Это мы сейчас отдадим, это скинем, ага. Все, давай с тобой здесь закончим серию. За кадром я уже сбегу. Не туда сбегал, ебаный в рот. За кадром я уже сбегаю куда надо. Мясо у меня, блядь, здесь 900. У этого на вокзале 1000 мяса. Кто спросит, а нахера ты его копишь? Я его потом буду жарить и продавать. Я буду барыгой мясным. Мясной барыга. Так меня все и будут кличить. Да-да-да, ребята, именно так будут меня кличить. Так, это мы положили, вода есть, это есть, аптечки в принципе есть. Это есть, 22 килограмма у нас на себе, да? 22 килограмма на пацане, вообще не напрягается. Вот такие пироги. Сало бы надо на продажу уже выставлять. Ладно. Увидимся там когда-нибудь в следующей серии. Что-нибудь еще поделаем, побегаем. Ну а что здесь бегать? Тут вот такие вот побегушки, ребят. Смотри. Здесь охренеть, лагать. Народу, кстати, есть. Народ, кстати говоря, если кто-то спросит, а я онлайн-то есть? Люди-то играют? Играют. Народ до хрена. Он там, он около этого, сколько он стоит. Продлагает пиздец, потому что народ до хрена. Здесь он сколько тут куча целая стоит. Здесь тоже около, наверное, аукциона, да, тоже там куча, как всегда. Да, тут тоже, как всегда, куча стоят. Вот. Просто отключаем, чтобы их не видно было, чтобы повысить FPS. Вот, ладно. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.